Митинг в честь Дня воздушно-десантных войск провели на Цветном бульваре возле мемориала, посвященного памяти тех, кто ценой своей жизни защищал наш общий покой. В их числе и бойцы ВДВ. Голубые береты, крылатая пехота, хозяева неба, воздушные пехотинцы – все это десантники. Они после окончания службы, как правило, продолжают жить по принципу «никто, кроме нас». Сегодня к мемориалу они шли целыми семьями. Для нас это очень большой честь за нашего праздника, чтобы быть с утра до вечера с нашими ребятами. Ими гордимся за то, что служили воздушно-десантные войска. Я мужа всегда поддерживаю. Он целый год всегда ждет этот праздник. Вообще мы сюда приехали с Воронежа, чтобы здесь встретить этот праздник. Воздушные пехотинцы первыми появляются в горячих точках. 100% их частей боевые, а на службу в десантные войска берут только избранных. Поэтому День ВДВ еще называют Днем воинской славы. С праздником! Крылатую пехоту сегодня поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов. Ребята гордятся тем, что они служили в элитных войсках. И сегодня эти традиции только набирают обороты. И в городе Сочи наших десантников немало. Мы гордимся тем, что с нами живут настоящие герои, сильные, настоящие мужики. В память о десантниках, погибших во время службы, к мемориалу возложили цветы и венки. А за личный вклад в дело воспитания патриотизма ветеранам и действующим десантникам вручили благодарственные письма. Закончился митинг показательными выступлениями тех, кто наверняка в будущем пополнит ряды элитных войск – патриотического клуба ВДВ «Патриоты России». Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.